По состоянию на 30 апреля размер государственного долга Кыргызстана составил 4 миллиарда 933 миллиона долларов. Как сообщает Министерство экономики и финансов, без малого 85% – это внешний долг и чуть больше 15% – внутренний. За январь-май из республиканского бюджета Кыргызстана на обслуживание государственного долга направлено 13 миллиардов 178 миллионов сомов.